Добрый день, дорогие девчонки! Как ваши дела? Я хочу поделиться с вами сравнительной характеристикой двух женских продуктов, исключительно женских. Первый – это продукт компании Yes Global Alpha Max V+, который принимается через рот, рассасывая. И второй продукт – это средство интимной гигиены для женщин Екатерина компании M International. Что может быть между ними общего, если даже, можно сказать, в разных точках они применяются? Это общий ингредиент, ну, помимо, конечно, страны-производителя Малайзии. Общий ингредиент именно лобизия помела. Эта травка произрастает в районах Малайзии, Таиланда, Индонезии. Там она известна как Касиб Фатима. Ее ценное свойство – наличие активных веществ, сапонинов, которые оказывают для женского здоровья непосредственно очень классные воздействия, поэтому я сейчас о них расскажу. Лобизия помела – это растение эндемик, которое произрастает только в том регионе. И, соответственно, миру научному это растение было неизвестно до 2010 года. Но в связи с тем, что использование для здоровья, для лечения людей синтетических средств, которые производят фармкомпании, имеют огромные побочные эффекты на здоровье человека, было обращено внимание на разработку именно растений с доказанной терапевтической эффективностью. И вот это растение, лобизия помела, вошло в пятерку самых эффективных средств Малайзии, на которых были выделены правительством Малайзии гранты для того, чтобы были разработаны как системы по ускорению выращивания этой травки, потому что она растет на протяжении 6 лет, чтобы у нее появились эффективные свойства. А еще правительство Малайзии выдало грант для различных научных групп, исследователей, врачей, чтобы они провели углубленное исследование лобизии помелы. Для чего им это было нужно? А для того, чтобы выйти на широкий мировой рынок со всеми фактами, доказательствами воздействия лобизии на здоровье женщины. Ну, понимаете, к чему я клоню? Ладно, так что же показало это исследование? А то, что лобизия помела обладает широким спектром терапевтического воздействия от слабого до сильного, благодаря чему у нее такое мощное воздействие именно как противовоспалительного характера и противоракового характера, способного предотвращать заболевания. Да благодаря тому, что в составе содержатся очень сильные фитокомпоненты, такие как фенолы, флавоноиды и сапонины. Для чего я это все вам рассказываю? Именно для того, чтобы вы понимали, что есть очень много фактов, говорящих в пользу компании из Малайзии, компании Yes Global, с которой сейчас я сотрудничаю. Я приглашаю вас в свою команду, потому что я недавно присоединилась к этой компании, изучила хорошо составы продуктов, маркетинг компании, как работает изнутри компания, как работает команда. И я понимаю, что сюда надо очень активно приглашать людей. Здесь замечательный маркетинг, хорошие денежные выплаты, высокие. И если вы никогда не были в сетевом маркетинге, я вас всему научу. Если же вы уже являетесь сетевым предпринимателем и хотели бы сразу зайти, стартовать и развиваться в этой компании, которой нет еще и года, то я вас приглашаю. Напишите мне, в инфобоксе будет вся информация.